Создание новейшей школы мышления в Димитровграде – еще один шаг для продвижения образования детей. Сейчас в технопарке проходят образовательные экскурсии. Детей знакомят с работой кванториума и направлениями. У нас уже почти скомплектована группа, и завтрашнего дня учебный год у нас начинается. Ну вот буквально несколько мест остались у нас в промдизайн-квантуме, в промробо-квантуме, и био-квантум ждет еще дополнительно несколько мест. Кроме того, в этом году есть новое направление – это мобильный технопарк. Еще одно новшество – дополнительное направление – это кванто-шахматы и технический английский. На техническом английском дети учат английский язык в плане умения работы с инструкциями с различными и также учатся защищать свои технические проекты именно на профессиональном языке. Одно из наиболее интересных направлений – биоквантум. В этом зале можно увидеть голову мухи и клетки человеческой крови под микроскопом. В этом учебном году у нас три направления основных в биоквантуме. Это микробиология, новое направление, это нейробиология и микроскопия. То есть, если в нейробиологии мы будем изучать работу мозга, работу сердца, микробиологию заниматься, выращивать клетки, культуры, бактерии на питательных средах, ну, это как пример. И микроскопия – это основные моменты работы с микроскопами, изготовление временных микропрепаратов, постоянных. Так далее. Детям больше всего интересны именно лабораторные практические занятия. Основная деятельность – именно практическая часть. Дети придумывают свои проекты, ищут проблемы и находят решения. Например, в том году у нас дети разрабатывали проект «Кислотность напитков». То есть целью было создание такого приложения, которое будет по штрих-коду определять состав и сразу же говорить, то есть хороший или плохой состав у напитков. Mm-hmm. То есть это межквантумный даже проект получается, потому что IT-квантум будет задействован, промдизайн. Напомним, что в 2020 году 70 миллионов было направлено на закупку оборудования для технопарка, и еще 50 было выделено из казны Ульяновской области на ремонт корпуса. Так что у пришедших заниматься квантарианцев есть уникальная возможность заниматься научным и техническим творчеством на базе современных технологий.